49 муниципальных дорог планируют отремонтировать в Балашихе в 2019 году. Большая часть из них находится в частном секторе и в отдаленных микрорайонах города. В текущем году в Балашихе отремонтировали 53 дороги общей протяженностью около 40 километров. Более 1000 праздничных мероприятий проведут к Новому году в Балашихе. Основные гуляния пройдут в парке «Пехорка». Также праздничные мероприятия пройдут в парке на улице Заречная, в Пестовском и в микрорайонах Заря и Северный, где в этом году завершили благоустройство общественных пространств. Около 30 катков и хоккейных коробок будут работать в Балашихе зимой. Большие катки на стадионах зальют на улицах Разина, Пушкинской и Савинской. А 13 декабря в парке «Пехорка» откроется первый каток с искусственным льдом площадью более 700 квадратных метров.